События в Беларуси вызвали немедленную реакцию политиков ряда стран. Зазвучали обвинения в неадекватности мер, которые применяет официальный Минск. Осуждают жесткие действия по разгону якобы мирных протестов. А дальше стандартные угрозы о введении персональных санкций и тому подобное. Ну, согласитесь, где-то мы уже это слышали. Мировая история знает немало примеров, когда гражданские конфликты даже не самого высокого накала приводят к применению самого жесткого насилия. Полиция теперь оснащена всем арсеналом средств, дарованных научно-техническим прогрессом. Для разгона толпы стали применять исключительные мощи инфразвук, бомбы-вонючки, источающие нестерпимый смрад и тому подобное. Были приняты американцами на вооружение тазеры, электропистолеты, способные валить с ног на расстоянии в 5-6 метров. И все это ради обеспечения общественного порядка. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон озаботился ситуацией в Беларуси и обсудил ее по телефону с Владимиром Путиным. Удивительно, но Эммануэль Макрон наверняка помнит, что именно французы имеют едва ли не самый богатый опыт умиротворения и рассеивания больших людских скоплений. Здесь со времен Великой Французской было не менее 5 крупных революций, а на мелкие парижане и сейчас ходят на работу. Последние серьезные эксцессы были связаны с протестами желтых жилетов. Весь прошлый год из Франции приходили известия то об оторванной демонстранту руке, то о полуснятом скальпе. Некоторые из активистов обвиняли полицию в том, что выбивать протестующим глаза стало для блюстителей порядка чем-то вроде спорта. Делалось это, как правило, резиновыми пулями с изрядного расстояния. Доподлинно установить, так ли это, совершенно невозможно. Пока подобные утверждения проходят по разряду уличной истеричной конспирологии. Экс-президент Порошенко также высказался насчет развития белорусских событий. А между тем, украинский Майдан стал ярким примером уникальной ситуации, когда насилие применялось восставшими к милиции. После этого Украине так и не удалось убедить граждан, что государство обладает монополией на насилие. Полиция в эпоху Петра Порошенко не рисковала ни укрощать активистов, ни эффективно пресекать насилие всяких парамилитарных структур. А у каждого из олигархов страны теперь фактически есть по частной армии. Крайнюю озабоченность событиями в Беларуси также выразил госсекретарь США Майк Помпео. Для самих штатов стали серьезным испытанием последние несколько месяцев, последовавшие за гибелью Джорджа Флойда. Бедняга погиб в Пенсильвании 26 мая. Последующие 2 недели превратились для американской полиции в сущий ад. Несмотря на то, что напасть на копа – это почти государственное преступление, атаки на полицейских фиксировались в десятках городов. Координировались эти выступления через соцсети, поэтому для ответного насилия полицейским достаточно было смартфона в руках манифестанта. Масс-медиа явно симпатизировали бунтовщикам, поэтому в отместку копы считали журналистов своей законной целью. Правозащитники говорили о нескольких сотнях пострадавших медиаработников. Хотя, надо полагать, тут учтены даже те, кто просто испугался полицейского. Тем не менее, случались и самые драматические инциденты. Со стрельбой в упор, с разбитыми камерами, с арестами в прямом эфире. В общем, современный мир, может, и не так суров, как был в 30-е, но до идеалов ненасилия ему далеко. Впрочем, то, что в белорусских событиях наличествует иностранное вмешательство, очевидно всем. Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Олег Романов, агентство теленовостей.